eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Впервые в 8-м сезоне легендарной серии Star Ladder зрители и фанаты смогут сами определить главную награду в дисциплине Dota 2. Стартовая сумма призового фонда – 50 тысяч долларов. Каждый купленный билет турнира добавит к нему 2,5 доллара. Смотри игры через Dota 2 клиент. Поддержи любимые команды и внеси свой вклад в развитие Star серии. Уникальный сет на Вивера в подарок. Ну что же, ребят, мы возвращаемся в прямой эфир. Вы, я думаю, слышали, что только что вторым пиком Q-паттерн падда спикнули с Ларка. Ну и мы с вами продолжаем наблюдать матчи 22-го игрового дня 8-го сезона Star серии. Играет между собой Sigma International, команда, которая выиграла 8 матчей, проиграла всего 2. Играют они против Q-панда. Q-паттерн падда, с которой выиграли пока одну игру. Не напоминай, я тебя умоляю, у меня еще до сих пор плавит. Тут уже пишут раунд one fight. Выиграли только одну игру Patron Pandas. Да, да, игру. Два техвина у них. В салат, кстати, выиграли тот матч. Ну я не видел, поэтому... Я видел. Я ничего о той игре сказать не могу. Там просто махач был не детский, эти. Ну, я скажу честно, я удивился очень сильно результату, когда узнал, что Кьюпады выиграли УТР, у меня не было возможности видеть матч. Я был в поезде и искренне был удивлен. Это надо будет пересмотреть. А как букмекера были удивлены? Так, ладно, все, я успокаиваюсь. Костер начинает плющить. Не, меня просто начинает плавить, да, ладно. Я немного удивлен некоторыми высказываниями. Заметь, первых два пика команды Sigma International. Абсолютно они идентичны. Ну и, кстати, первую карту проиграли Na'Vi у поляков в гранд-финале КС. Да, а им еще играть Nuke, который они не играют. Ну как, играют? Ну хотя играют, да, не играют, ладно. Вот так, они никогда его не играли вообще. Сколько Na'Vi команда не существовала, они не умели играть нюк. Вот это, кстати, тоже когда-то еще, когда шпилил в КС. У нас тоже нюк был слабой, скажем, картой. Ну а в то же время были те же поляки и были СК Гейминг, которые на нюке просто драли все, что двигается. Да, да, старые. Они там действительно просто уничтожали. Ну и вроде интересно, да, узнать, в чем секрет успеха. Ну кто больше тренирует, кто лучше знает. То есть, опять-таки, все же зависит, опять-таки, от капитана, от лидера, да, от Зевс. Там никогда там не особо разбирался в нюке или может быть, ну кто его знает, я никогда не был профессиональным кейсером, поэтому я же не знаю, как выглядит профессиональная тренировка кейсера, как мне разбирать. Чувак, вообще забей, да? Лучше тебе не знать, как выглядит тренировка кейсеров. Да? Ничего приятного, скажем так. Ну что же, Фурион тем временем залетает от Сигмы, ну и опять-таки один из любимейших их героев, ну и Бэтрайдером отвечает, собственно, Романыч. Блю Банана, Велик, Раймен и СЛХЗ, опять-таки, без Вагамама играют ребята. Ну ладно. И ждем. Что у нас здесь? Здесь у нас Nature's Prophet. Я не знаю, зачем, правда, Nature's Prophet. Ну как, зачем? Nature's Prophet — это, опять-таки, один из любимейших героев Сигмы. Они его довольно часто берут, правда, в последнее время не так часто. Но, опять-таки, мы видим, что очень четко план Капкан. Кстати, заметь, что на пике находится не Fucking Mad.
Фата. Ну, не знаю, играет ли это какую-то роль. Может, он героев просто не, быстрее Фата, ищет. Фата, на самом деле, ну, не первый раз уже сидит на пике, насколько я помню. Они-то ну, периодически, да, как-то меняются. Но Фату я видел почаще, потому что это же Изгма. Они уже сто лет, ну, не сто лет, но, по крайней мере, пару последних недель так точно. Может, Изгма, пару, да, Сигма, да. Именно Изгма. И вроде пока это не слишком повлияло на да, их скилл. Играют неплохо. Катают нормально, да. На Старладере, видите, идут с двумя поражениями, точно так же, как RockSkiz, только две команды остались, которые два поражения. И вот идут пока Сигма прямой наводкой в Киев. У нас много команд идут прямой наводкой в Киев. Ой, какое же отсеется, да. Да. Какое же будет рубилище под конец сезона, это ого-го. Сказал Вилат за пару дней до конца сезона. Ну да, конец сезона. Не, ну подожди, у нас же сезон все-таки перевалит за Новый год. Ну да, там еще у нас будет вроде бы сколько? Три игровых дня или что-то типа этого, поэтому снова, там как бы будет все это выясняться, там и будут расставляться все эти точки над «и». И мы узнаем, кто же, собственно, приедет сюда. Ten seconds remaining. Как раз в тему под игру французов. То, что надо. Да, там пишут, что вот в шаге уже поляки от победы чемпионского титула. Наконец-то. Не, выиграли они же, по-моему, уже StarLadder или нет? Поляки? Да. Нет, вроде. Может быть, нет. Да не, не выигрывали. Да, точно не выиграли. Они были, знаете, два раза подряд четвертые. Потом... Они там, да, они... Да, всегда были где-то рядом. Почти на всех финалах они были, почти на всех. Не, ну это как бы вроде показатель их мастерства, да? Стабильность, да. Признак мастерства. Ну, есть это народ в интернете выражение. Ноет, что вот, пацаны четвертые места занимают, третьи места, надо им распадаться. Лол. То есть... Лол! А сколько... Погодите, давайте начнем с того, сколько команд вообще не попадают на ланы. Вроде они как-то живут там, играют и существуют. То есть, ну, понятное дело, что Москва не сразу строилась, и команды прекрасно понимают, что игра еще до сих пор, она относительно новая. Еще много чего учить, но много вот к чему привыкать. Год, чувствую, для КС будет очень-очень важно, учитывая, что анонсирован уже еще один 250-тысячник. Я уверен, что мы скоро будет. Увидим, да, его может быть даже не 250, а больше тысяч. Да, кто его знает. Кто его знает. Может, сделают 4 четверть нэшнала какого-нибудь, то есть будет по 250 кусков, например, 4 сезона каких-нибудь. Да. Было бы неплохо. Я, кстати, тоже. Я почему-то всегда считал, что в Доте было бы круче тоже сделать, вот так разбить. А, но потом, я раньше так думал, но потом вот увидел то, что там происходит на ВЦС, ну, там, где старкрафтерский ЛЦС. Mm-hmm. По-моему, не настолько это круто. Вот целый год растянутый, вот это, не то это. Лучше действительно вот это вот квинтэссенция. Вот тут приехали, поместились, да. Выиграли 1.5 ляма. И довольные. И довольные, остальные, ну или недовольные. Остальные недовольные, да. Ну что же, Изгма пикают у нас Луну последним пиком. Драгонайт будет в миде, Фурион сложный и саппорты Бейн, Кристал Мейден. Ну и Бристлбэк, Бэтрайдер, Сларк и Визаж от Q-Patria and Pandas. Вам напомним, что это, собственно, матч под номером 5. После этого нас ждет две интереснейших игры. Na'Vi Fnatic и Na'Vi SSD. Матчи, которые решат все. Для Na'Vi, по крайней мере. Две победы откроют им практически двери уже на онфинал. Я вижу тут война Каспера и ПГГ переросла из Твиттера уже в скайп. Пытаюсь найти. Мне угрожают, ты представляешь? Чем тебе угрожают? Мне угрожают увольнениями, там, петициями и так далее. Очень жаль. Очень жаль. Ну что, Enigma у нас пятым пиком залетает от Q-Patria Pandas. Ну, собственно, опять-таки, всем тем, кто там критикует. И давайте, если вам не нравится то, как мы комментируем, всегда же специально для вас мы работаем с нашими коллегами с Beyond the Summit. Вы можете спокойно в любой момент переключиться одной кнопочкой на англоязычный стрим. А еще можно посмотреть испанцев, да. Китайцев, вьетнамцев, французов, испанцев. Ну, действительно. Очень много. Корейцев. Вот о, испанцы, кстати, корейцы – это костер. Ну, вы вот знаете, вот это вот «Лобик! Дайди! Дайди! Лобик!» и так далее. Да, а, вот на нас кандидат, да, этот известный типуля, который радовал нас очень сильно и так далее. Ну что, начинаем с вами смотреть игру. Итак, Велик, Блюбанана, Дурум, РМН и СЛХЗ начинают за Дайр, за Радиант, Факинг Мэтт, Сокс, Мигель, Фата и Пас. Ну и опять-таки тот самый пасовский Шекбарк. В роли курьера паузу нас попросили команды. Что за фигня вообще? Что за пауза, ребята?
Вот та факт. Ну, это дефолтная пауза во время старта игры. Это дефолтная пауза, если американцы играют. У нас же нет американцев. Ну, у нас, видимо, эта традиция, добрая старая переросла. Традиция, переросла, да, и перешла к нам уже. Может быть, может быть. А кто паузу-то поставил? Сек попросил товарищ Standing SLHZ. Вообще, стендыны не имеют права ставить паузы, я считаю. А комментаторы? Не, комментаторы вообще, типа, не люди. Они должны сидеть и смотреть, что происходит. Они должны участвовать в том, что происходит, никак. Паузу ставить. Ну вот админы могут. Финол нам показывал, что он да, может. Да, Финол best pause ever. То, что надо. Да-да-да. Press the pause. Ну что, там начинается, а какая, какую карту катают? Катают тот самый Мираж. Это Мираж, о божечка. Ну, на Мираже еще Нави могут. Сейчас там режики. Да, ребят, напоминаю вам, что первый наш канал StarLadder 1, Twitch TV / StarLadder 1, там прямо сейчас Na'Vi против Again, третья карта гранд-финала, могут Again стать чемпионами StarLadder, ну а могут Na'Vi не стать. Ну что же, Романыч пишет, и Сюндерен решил уйти. Ну, Сюндерен эту игру комментирует опять-таки на нашем англоязычном стриме, так что, если вы хотите послушать товарища Сюндерена, то включайте англоязычный канал в Dota TV. Парам-па-пам-парам-пам-пам-парам-па-пам-па-пам-парам. Ну что у тебя там происходит? Что у тебя за парам-па-пам? Я песни пою, но мне нравится. Мне просто нравится музычка. Там бомбалейла такая. Ладно, все, пора завязывать. Ну пока пауза, все равно действительно нечем заниматься. О, я написал в чат спектаторов слэш. Может, я хочу паузу отжать? Я не могу паузу отжать. Ты, видимо, слабый слишком. А может, я могу через консоль? Давай через трон поломай кому-нибудь. Да ладно. Нет, кстати. Написано, что unpaused, но игра не unpaused. Черт. Можно трон поломать? У нас же с тобой админские этикеты. Давай кому-нибудь трон сломаем. Блин! Жаль, что нельзя какой-то Т2 тавр поломать. И прикинь, пацаны будут играть там. И тут опа, вышка упала. Мы такие, вы что? Такой, опа, где Т2 тавр? Нема, там фора. Ты как играешь, знаешь, как в дворах играли в шахматы, типа, ну ты типа клево играешь, давай ты без туры будешь катать. Та же хрень, давай ты без Т2 тавров покатаешь в Дотан, чувак. Можно сразу, чтобы стояли тир-1 вышки и дальше Т3 сразу. Да, вот это вот. Просто без Т2. Я думаю, это нормально. Самое оно. Да, сразу. Ну, не, так. Надо вообще, чтобы пауза больше 10 минут не могла в доте стоять просто-напросто одной командой. Я сломал все. Ты понял? Не, я не понял. То есть, типа, нам говорят, какие игры там малики сливают, мы типа поднимаем на этом бабки. Вот так вот, вот он уровень. Ясно. Ладно, там Вовчик учит нас комментировать доту. Окей. Хорошо. Я могу научить его играть, потому что, по-моему, не очень получается. Ну, я могу показать последнюю игру, которая была, и там, да. Это там абсолютно то же самое, да, то есть мы можем попытаться. Ладно, хватит это вот, разводить там вот эту вот истерию. Давайте, почему так долго? Я не знаю, Voice Problems решается довольно быстро. So, да, тут как бы давайте поиграем в доту, как бы. Сокс пишет, I have business in the house in 45 minutes. Fixing voice. Он что там, таблетки какие-то принимает или что?
ну, Fixing Voice, это как? Fixing, ну, там, не знаю, холсом закидывается. А, вот в этом плане, ну, это да, это круто. Fixing Voice, мне тоже интересно. So we're gonna turtle. Ну что, 2 минуты попросил RMN, поэтому я напишу, что, наверное, Octo Minutes and resuming. Ну что, все-таки расписание, ну и не забывайте, что после этого мы с вами посмотрим еще 2 матча, Na'Vi, Fnatic и Na'Vi против SSD, будет. Так, ладно. Что там? Да, 2 игры Na'Vi, да, 2 игры Na'Vi у нас, точно, я забыл. Будем надеяться, что в полном составе Na'Vi подойдут. А может, они там сейчас посмотрят КС и в расстроенных чувствах. Может, они наоборот будут со злостью, да, например. Со злостью, мстя жестокая за братанов своих. Так, что там, кстати, происходит? Там пистолеты, кстати, пока параллельно. Пока пистолеты. Да, пока у нас пауза, еще раз вас зовем на наш параллельный стрим twitch.tv/StarLadder1, гранд-финал StarLadder в дисциплине Counter-Strike GO. Вы уж извините, что наложились в наши трансляции и вынуждены вы выбирать. Ну, я бы на вашем месте, если честно, выбрал бы КС. Я тоже, поэтому я его сейчас и смотрю. Абсолютно честно говорю, что думать, но здесь Sigma Q-Pandas, как ни крутите, но я думаю, здесь... Шансов у Q-Pandas будет довольно мало. Я не знаю, какие там коэффициенты были. И как там Dota 2 Lounge голосовал, как там наш чат считает. Но я думаю, что все-таки здесь должны быть Sigma в разы посильнее. Ну, учитывая то, что для Sigma эта игра вроде что-то значит. Да, для Sigma эта игра очень важна. Q-Pandas, в принципе, тоже борется еще за то, чтобы остаться, да, если они выиграют еще пару матчей. Ну, там все достаточно сомнительно, да. Вот как раз Sigma сейчас действительно очень сильно зависит от исхода этого матча. Им не помешала лишняя победа в свете последних событий. Да. Так, что там, 2 минуты ты дал людям? Да. Так, блин, что я альтамнулся, там же КС идет. Тут пишет two minutes, ФБ. Тут начинают развлекаться команды у нас, собственно, на карте, пока мы ждем. Там нечем заняться. Да. Причем я слышу какие-то крики из зала, неужели Na'Vi что там взяли? Ладно, не важно. Я вот, кстати, не помню, а в каком режиме они комментят? Там есть задержка в раунд или все-таки нету? Нету. Есть, да. Есть? Он говорит. В смысле, то есть они... Комментят как? То есть команды там а комментят в это время что-то другое, что ли? Ну, раньше было так когда-то. Да ладно, в лайве комментировали все сезоны, просто без инфы. Все сезоны комментировали в лайве. Я помню лично, как мы комментировали. Я не помню, правда, было это на StarLadder или нет. Ну, да, CSGO это... комментируют в лайве, точно. Ну, может быть. Не с CSGO, это факт. Давай, Зюся. Жбанчик отстрелил. О, неужели у нас реконнект? Все, да, мы продолжаем смотреть. Всё нормально, починили, кажется. Звук, ребята, ну и давайте смотреть. Все-таки дефолтные сейчас мы видим расклады у Sigma. Мэд играет на Бэйне, Пас играет на ЦМке, Драгонайт, Байфата, Сокс играет у нас на Луне, и Мигель будет играть на Фурионе. У Кьюпадов Блюбанана сыграет на Сларке, Дурум сыграет на Визаже, Велик будет играть на Бэтрайдере, РМН будет играть на Энигме. И товарищ, подожди, а куда товарищ СЛХЗ пойдет? Ну, я так понимаю, все-таки пойдет у нас Бристлбэк в сложную, а Энигма здесь просто хавает крипа и отправится. Бристлбэк нормально стоит в сложной линии. Вон туда. Ему там сложно помешать. Ну, конечно, куда он еще отправится? Да, в лес. Скушать крипа — это главная задача Энигмы. Если бы она этого не делала, ее бы вообще не пикали. Просто надо, главное, съесть крипа на линии. Первого крипа съел, и все, миссия выполнена, можно ливать. Да, еще время хватает для того, чтобы сходить на базу, нарегенить маны и к первым крипам подтянуться в лес. Да, именно так. 40 секунд стубатель, говорит нам, собственно, Банша. Ну и 5-й матч сегодняшнего действительно напряженного игрового дня начинается. Напряженного вечера, потому что напомню вам, что сегодня самая длинная ночь в году.
С 22 на 23 декабря, я думаю, все это знают. Самый короткий день был. И надеемся, что это самая длинная ночь в году. Вы проводите ее с нами. Нет, не своими девушками. Конечно же, нет. Если они есть, если конечно они у вас же. Есть, да. Конечно же, даже если они у вас есть, вы проводите эту самую длинную ночь с нами. А еще круче всего поставить на ребродкаст, потому что вы вообще всю ночь провели с нами. Ну, вам только напомню, что завтра в 9 утра на этом же канале, на четвертом канале, начнется трансляция китайского турнира с очень сложным названием, которое я даже не буду выговаривать. И там будет интересная дотка. Там будет команда Демона, MVP Феникс, играть в конце дня против LGD China. Я вот сам это увидел. Кстати, интересно, посмотреть. Как там демон натаскал все-таки корейцев или нет? Да, ну что? Конечно, ты что? Это же наверное, демон. Все-таки одна из миссий, с которой его взяли в ту самую Корею. Не просто так же он туда поехал, так, чайки погонять. Так, смотри, тут проблемы, кстати, будет сейчас у Бристлбека довольно серьезный пас, его цепляет. А нету Бима, и просто вкачал специально ауру, и этого хватит, команда. Да ладно, Сигма. Какая там тычка залетела, последние две плюхи, они были просто какие-то нереальные. Чувак, я уже просто камеру увел, потому что я понимал, что и так добивают его там, но оказывается, там еще тычка ЦМ-ки залетела аж вот сюда, куда-то за камеру. Да, так он типа выпил ботл, он там отпивался, но опять же, эти были две анимации атаки, какие-то нереальные. Луна там выстрелила просто... На макс рейндж, ну и ЦМ-ка потом тоже ввалила, соответственно. Да. Очень жестко получилось. Там, кстати, смотри, что происходит с визажом на топе. Тут его зажал просто. Да, Мигель. Его тут блочат пеньками, и, следовательно, Бэйн немного наваливает. Слушай, а не фраг ли это? Если здесь ну, есть брейнсап, это фраг 100%. Это вполне вероятный фраг. Но Дурум поставил паузу, а он поставил паузу, потому что его лагало, или что это? Я не знаю, что там с ним случилось. Ну, мы можем, конечно, проверить пингусик. Ну, что там что по нормально пингусикам? Нормально все. Всех соточка. Ну, экстримчика 70 пинг. Какого хрена вообще? Я только хотел спросить, что за фигня? Что за... У меня 122. Ну, экстримчика 70. Это он просто от меня вот... 20-очку оттяпал, да, и получилось так. Средний-то у нас 100. Ну, мы, может быть, подли... Знаешь, там, я сижу ближе, там, а экстримчик еще ближе сейчас. Сидит. В Европе, да? Да-да-да, целых 20 миллисекунд со скоростью света всего да, лишь. Бывает. Я ливнул, проверяю. Да ну, ты ливнул, я думаю, ничего это не даст. Ну вот 132, еще хуже у меня стал. Провал, ребята! Что продолжается у нас дотка? Так, ну тут вот Дурум, смотри, и улетает, кажется, или же не... Да ладно, опять, что за рейнджи вообще? Дота... Что с тобой сегодня? Слушай, он слипа сейчас будет Блюбанану и продолжать его, собственно, убивать. Блюбанан очень сильно получал. Мэтт... Ну, там Мэтт один, вот в чем дело. Был бы там еще хоть какой-то плюс, пацан, возможно, бы и полезли дальше. Ну, вообще, в общем, мы видим, что все это время, пока Мэтт гонял вместе с пеньками Мигелевыми товарища Визажа, Мигель подфармил Мигеля 6-0. Мигель будет начинать свой зов, за что ему отдельный респект и уважуха, а не... ну, с того самого, что нельзя называть и нельзя озвучивать. Так что посмотрим. Ну а здесь в миде у нас Фата тем временем 5-3, Велик 7-0. Опять-таки Бэтрайдер в принципе против Драгонайта стоит довольно уверенно. Да и Драгонайт не особо против Бэтрайдера страдает, так что здесь не должно быть ни фрага. Ну там до первого втыка, как говорится. Либо ДК завтыкает, либо Бэтрайдер там сильно поподставляется. И там уже непонятно. Вот смотри, взлетает Бэтрайдер, нет, не стал лететь он дальше, естественно. Ну, потому что там от вышки сделать? Можно получить. Нормально, там 4 подачи от Тауэра схватил. Ну у него первый левел Напалма, то есть как бы. А здесь второй левел Брисфайра, который 200 дэмэджа почти. Довольно неприятно. Ну, лезть лучше не стоит, естественно. Да, так, да. Тычечка. Хорош. Слушай, я смотрю опять. У нас сегодня пятая игра, по-моему, во всех пяти играх были Энигмы, не? Ну, Энигмы сегодня было много. Много. За штуки три было точно. Вот. Так, тут Мэда засловили. А что он делает? А, Мэд сейчас будет умирать, скорее всего, от Блюбанана. Хотя он хорошо батил на себя, он очень хорошо все делает, слип себя. Да ставит, ладно, Мэд. Почему же на себя он кинул? Почему не дал лишнюю тычку? Блин, ну и сейчас Мигель в результате отдастся. Также. Ну, Бэйн уходит, да. Бэйн вроде уходит, я подчеркиваю, вроде. Глупая ошибка сейчас была, действительно, от Мэда. Ну, как бы он все правильно делал, но вот немножечко до конца не дотащил. Хотя он заныкан, вытягивает на себя. Пеньки тут. Пеньки паникуют, все нормально. Пеньки-паникеры. Они как Зойдберги бегают просто. Им действительно не хватает только вот этого походона бочком. Да-да-да, Зойдберговского. Было бы вообще то, что надо. Блин, Футурама закончилась. Я чуть не плакал, когда она закончилась. Я, кстати, полностью ее так и не посмотрел. Ну, в смысле, я смотрел там, как была возможность, ну, когда-то понял. Еще. Как и все, наверное, смотрели. Я недавно 7-й сезон полностью, который... Ну, или какой-то последний же забыл. Я его полностью досмотрел последних 7 серий. Так обидно стало.
Эх, ладно, это все было про Зоидберга. Зоидберга надо в доту добавить. Героем просто. Там он сейчас Мэдза убавят из доты. Мэд. И проблемы у него маленькие. Мэд. У него есть мана, и он понимает, что у него есть брейнсап. Плевочек. Ну так Мэд до конца отстоял. И сейчас будет брейнсапить кого-то. Брейнсапит Блюманану. Получает от Идалона. Ну, Блюманан отсюда спокойно вроде убегает. Фу, как спокойно? Они тут вдвоем еле живы. И пинки гонят. Я сейчас думал, Фурион туда залетит и убьет его просто. А почему Фурион? Кстати, залетел бы, убил. Тури, два удара. Ну, там же вот эта анимация палевная, которая полуторачасовая. Это да. Можно чай себе заварить, успеть, пока этот Фурион прилетит на линию. Это да. Так, там у нас Бэтрайдер, смотрю, летит на Драгонайта. Нет, не стал он дальше лететь. Как-то Бэтрайдер такой странный немного. Ну что же, Мигелюшка. Да, там тут пришли, что Кейзеры нас на 1000 зрителей опереждают. Так, это потому что они мы... Они-то не знают, что мы-то говорим, ребят, идите смотреть Кейзеры. Да. Они-то думают, что это они такие молодцы, вот в том-то и дело. Кстати, да, как там дела? Да, мы, конечно, болеем за Кейзеры. 4-2 на ее ведут, там на третьей карте. Гранд-финал на Первом канале, напомним. На Первом канале не том, который у вас на телевизоре, а том, что у вас на телевизоре, на Первом канале. Удалите его вообще к чертям с телевизора. Удалите телевизор. И удалите телевизор вообще. Я просто посмотрел тут немножечко телевизор, когда был у родителей в гостях вот этих два дня. Посмотрел телевизор. Смотри, что нормально. У нас тут в центре происходит. Ну, в центре тут драка должна была быть. Ну, драка это сложно назвать. Хотя там ДК 7 стаков на Драгонайте. Да, и мог убереть. Так ну, вот, конечно. Посмотрел я телевизор, нашел, кстати, канал, на котором была передача про компьютерные игры. Посмотрел, угу. Довольно нормальная передача такая, мне понравилась, ржачная. Там нас даже не обзывают наркоманами. Да, действительно, ну нормальная была передача. А все остальное, что по нормальных каналах, это фигня. Так что смотрите только те телеканалы, по которых есть. Короче, YouTube смотрите. Старладер ТВ. Отличный телеканал, да. Да, телеканал YouTube и телеканал Старладер ТВ, все остальное это фигня. Ладно, на топе сейчас может быть какой-то экшен. Мигелюшка здесь мы видим на тавер напал, есть ультимейт. И просто факинг Мэтт забегает в толпу. Так факинг Мэтт бешеный. Да, нормально, тут сейчас Дурума можно... высосать нельзя, потому что нет маны сейчас. Но вот заряд... Высоки забьют? Да. Во-первых, стик там появился. Блюбанана мог тут прыгать появился. Опять-таки. Ну побоялся, луна снизу, тем временем зажилась луна! И тавер. Таверулька! Хорошо, таверулька не успевает ее добить. 65 хп остается. Да, и мог здесь умирать, собственно, Сокс, но немножко... Блин, как же давят по всем линиям Сигма. Смотри, в Бите сделали фраг, на топе давят. Сейчас пытаются отбежать, тут против пеньков будет тяжело. Знаете, Дурум забегает в толпу. Слово той, боже, Блюбанана! Какой провал! Да, ну и Мэтт еще прожимает стики, и скорее всего он даже выживет. Да нет, тут еще забегает РМН! РМН набрасывается на Мигеля. Бросили Мигеля, но Мигель тут до конца и Друма может убить. Сейчас еще пеньки по тычке, да еже добивают! Смог, ты смотри, здесь Мэтт до сих пор стоял. В итоге Смоук спал с РМН, он мог догадаться, что что-то здесь не так. Мэтт такой... Рядом уже Фата, да, Мэтт да, сейчас да. На себя байтит. Байтит Фата, а почему что я тайстыкун? Не, нормально. Вот, уже увидели, что Эрмен, скажем, вовлекся во всю эту канитель. Ну и там четвертый Брисфайр спокойно с руки его запиливают. Да. Ну тут Сигма, конечно, разводят как котят Q-Pad Red Pandas. Очень пишется этот курьер как раз-таки под худ. Так, ты смотри, там сейчас цемочка погибает все-таки. Не-не-не, а колбы нету, да, и наконец-то делает фраг Бэтрайдер. Это... Или же не нет, погибает? Да ладно, нет, ну, 5 да ладно! И слепит его! Вот это прикол! И еще и, может быть, выживет пас здесь! Нет, пас не выживет точно, но Велика забирает в размен. Да, там Nature's Profit еще... А, не-не, все нормально, я думал, он еще попытался кого-то там пробить. И он ведь пробил, там Блюбанана осталось, у Блюбанана все 81 запас здоровья. Что? Слушай, ну вот как ни крути, но вот все равно размены получаются в пользу команды Sigma, причем в разы лучше для них получаются размены, ну и, блин... Тяжело, конечно, будет Q-падом бороться с французами, с немцами и датчанами после того, как разгонятся они по левелам. Девять-три, восьмая минута матча у нас. Т1 Tower на топе забирает они. Ну что же, Фурион тем временем покупает Мидас. С чем мы его и поздравляем. Да, и сейчас пойдет сразу же мидорасить крипов. Вот одного сразу замидорасил. Погоди, он еще до этого где-то замидорасил. Да, он оттуда, откуда летел, сразу замидорасил. Ага, читер. Этот Мигелюшка, хотя лучше, конечно, лесного мидорасить все-таки. Все мы это знаем. В миде Велик бежит за ним, ну, Драгонайт через ультимейт на этот раз Бэйна. Шикарно реализовывает Сигма Бэйна, просто шикарно. 1-0-6 мэтч, что в прошлой игре. Смотри, там еще и РМН проходил мимо, его сразу же усыпили. Когда я мимо проходил?
Мимо проходил, мимо и прошел. Так, тут, кстати... Что там было? Я тут только что слышал звук луна луны. Ультанула, да. Ну тогда да, все нормально. Да, ну, ультанула, я уж было запереживал. Трех крипов нормально, да, отлично. Молодец, Сокс. Гуджаб, гуджаб, бро. Ну, давай ПТшечку хоть купи. Это летит туда Фурион и будут пушить тавр здесь Сигма на нижней линии. Сокс купил ПТшечку, хотя нет. Вот все, теперь купил ПТшечку. А ты что, думаешь, что это Мидас будет? Не-не-не. Кстати, пас будет заходить в спину, пытаться цепануть сбудился. Сейчас, наверное, товарища Бристлбека, который третий левел? Что? Ну и тут минус Бристлбек должен быть. Да, и вот нормально Люсен Бим добивает сейчас Сокс, ну и тут и... РМН. И у Сокса могут быть проблемы, его засловили. Закрывай мне денежка твоих, вот это царь. Да, ну просто надо сейчас бежать как можно дальше. Цемка, правда, еще может пооткидываться всякими кристалл-ноуми. Она и пооткидывается, да, все нормально. Колбу Цемка сохраняет. Ой-ой-ой, Блюбанана, отличный паунс, просто от бога. Минус визаж в итоге. Минус велик и Блюбанана. Ну тут забей просто. Это какой-то да, провал. Тут реально разрывает. Правда... Объясни мне, как кьюпады выиграли УТР? Как? Я не вижу. Я тебе могу показать, я тебе ссылку на вот дам, ты посмотришь. Да, там, я, пожалуй, посмотрю вот. 10 минут и все, и посмотришь. 9 минут 27 секунд. Там примерно такая же фигня была. Да, действительно, good game, well played. У нас еще есть целых полчаса времени. Speechless. Я не хочу ничего сказать, просто шикарная игра от Sigma. Ну, Sigma вообще сегодня классно играют, это вообще без вопросов. Пацаны молодцы, пацаны зарабатывают себе еще две победы в свою копилочку. У них все отлично в этом плане. У ребят, ну вы сейчас увидите, собственно, обновленную турнирную таблицу. Вот они, Sigma, которые 10 матчей сыграли, они сравниваются с Фнатиками. И мы видим, что три команды имеют по два поражения. Это Sigma, Фнатики, RockSkiz. По три поражения имеет три команды. Это Альянс, Нави и ССД. И вот эти шесть коллективов являются как раз-таки основными фаворитами на попадание в топ-4. Но вы знаете, что останутся только четыре команды. Да-да, но вот сейчас у нас будут первые, скажем, претенденты. Первые и вторые претенденты. Да, сейчас это будет Нави рубилище, сейчас будет кровь кишки. Да, потому ну, что не очки сейчас, всем не нужны. Сейчас. У вас есть время пойти... покушать, перекурить, там, да, я не перекурить, знаю. Попить кофейку, подписаться на нас в Твиттере или зайти в нашу контакт-группу или на сайт просто StarLadder TV, почитать про матчи. Но в любом случае, через 20 минут, приблизительно чуть-чуть больше, Fnatic Na'Vi, один из важнейших матчей всего оффлайн-сезона StarLadder. Никуда не уходите, а пока рекламка и музычка. Впервые в восьмом сезоне легендарной серии Star Ladder зрители и фанаты смогут сами определить главную награду в дисциплине Dota 2. Стартовая сумма призового фонда – 50 тысяч долларов. Каждый купленный билет турнира добавит к нему 2,5 доллара. Смотри игры через Dota 2 клиент. Поддержи любимые команды и внеси свой вклад в развитие Star серии. Уникальный сет на Вивера в подарок. Игра Point Blank изменила мир онлайн-шутеров. Более 50 миллионов зарегистрированных игроков со всех континентов. 11 классов вооружения, 150 единиц оружия, 9 боевых режимов и 35 уникальных карт. Регистрация на pointblank.ru абсолютно бесплатна. Просто выбирай оружие по душе и вперед, в бой. Начни свою карьеру киберспортсмена. Стань чемпионом. Впереди большие турниры. Шанс представить свою страну на ежегодном чемпионате мира Point Blank International Championship с призовым фондом более чем 50 тысяч долларов. Мировая слава, денежные трофеи и победы, которые войдут в историю киберспорта. Это Point Blank.